Выяснить отношения на ринге предложил знаменитый американский боксер Рой Джонс младший украинским братьям Кличко. Так он отреагировал на решение Киева внести его в черный список невъездных на Украину. Джонс сейчас в Крыму, признается, что ему там очень нравится, и даже написал заявление на получение российского гражданства. Украинские власти, по его мнению, только политизируют обычное деловое сотрудничество. Боксер заявил, решить с ним все вопросы, что называется по-мужски, Кличко могут в 12-раундовом бою, но только за пределами Украины. Раз уж въезд туда закрыт. Потенциально младший брат Владимир Кличко еще может ответить на вызов, а вот старшего Виталия, пост киевского мэра, в последнее время заставил кулаки опустить.